Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост предпринимателю Илону Маску. По словам Трампа, он намерен предложить Маску должность советника либо портфель министра. Трамп отметил, что это будет зависеть от готовности предпринимателя перейти на государственную службу. «Я большой поклонник электромобилей, но рынок должен быть меньше. Они недостаточно распространены и стоят очень дорого. Я бы отменил налоговый кредит на покупку такого автомобиля. Они собираются уничтожить нашу автомобильную промышленность. А я большой поклонник электромобилей. Я большой поклонник Илона Маска и других людей, которые занимаются электромобилями. Кроме того, я бы взял Маска в свою администрацию. Он очень умен. На днях у меня был с ним отличный разговор, и, как вы знаете, он продолжался почти 2,5 часа. Он очень толковый. Я бы, конечно, привлек его к работе в администрации, он замечательный парень». В ответ американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился работать в кабинете кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа после его победы на выборах. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X. «Я готов служить», — написал Маск в посте, который сопровождается его фото за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».